Здравствуйте, меня зовут Снежана. Это мой сын Ярослав, ему 10 лет. Мы из города Николаева. 24 февраля у нас началась война. Нам было очень страшно. Мы какое-то время, наверное, пару месяцев находились в подвалах, когда были прилеты. Сын очень боялся. Нам пришлось переехать в город Одессу. Живем под Одессой, снимаем жилье, оплачиваем коммунальные услуги. До войны я работала поваром. Сейчас я без работы, так как сын боится оставаться один, приходится быть с ним, потому что отключают свет, нет связи. Иногда тоже есть прилеты по Одессе и в Одесской области. Финансовая помощь нужна на продукты, так как не хватает денег. Да, я получаю детские на ребенка и на себя. В общем, сумма составляет 5000 гривен. От ЮНИСЕФ и Красного Креста я помощи не получала и заявок никаких не делала. Мы очень надеемся на победу в Украине, что все будет хорошо, и вернемся в свой родной город Николаев.